Окно пошли! Давай, окно выбиваем. Давай, бери это само. Да подожди, не нужно. Все, заходим. Дверь открыта. А наш. Я знаю, просто не дал стучаться. Ну что это? Вот сюда. Да. Рядом фамилия, инициалы. Кто здесь? Ну, добрый день, скажите, нет, у нас ничего нет, что у нас здесь? Ничего нет. Бедные цыгане, что у нас? Нету ничего у нас. Кашу у нас, видишь? А что же у нас так спишь, что ли? Руки вытащи. Да, заперевся. Ты машину, руки вытащи. Ты машину бил? Признавайся, говори. Я машину бил. А? Бил машину. Да. Чем бил? А какую? Да? Какую машину бил? Вот машина у меня стоит на улице. Форда кто бил? Желтый Форд. Да. Фокуса я бил тоже. Молодец. Чем ты бил? Пистолетом. Ребятами был. А? Да. Где пистолет сейчас? Пистолет у отца в доме. Как, где дом отца? Вот напротив. Большой. Какой? Что, открывай? Вот этот большой? Рядом с большим. Да, я пришел к соседям, разговаривал там с людьми, там, ну, спросил, кто на этой машине, ну, я тут соседи. Хозяин этой машины даже никого не бил, не трогал, понимаешь? Да, не было никого, там стоял мужик и женщина, соседи. К этому времени, мы пока разговариваем, пришел, ну, Миша пришел, его сейчас дома нет, он тоже владелец. Угу. Вот к этому мы пока разговариваем, он начал уже, ну, бить машину, то там с трубой или с палкой там что-то было у него в руках. Ну, заборная труба. Да, не, ну, небольшая, да. Там возле машины показывают на видео, что она там висит. Все, повисел там, и я уже, ну, то есть вижу, что он всю машину уже начинает бить. Я разбил эту боковушку одну, и одну заднюю, вот эту, как еще одну боковушку. Не саму, которая спускает, сама не ага. Вот, и все. И с той стороны боковушка. Тише. Все, в итоге пришел человек с автоматом, а у нас ничего нет, оружие это простое, видели, да? Угу. Простое, ничего нет такого. Он начал, ну, ругаться уже и автоматом. У нас там было 5-6 человек, он начал уже бежать, потому что у него настоящее оружие. А у нас не было ничего, просто. Ну, ты с пистолетом ходил? Самооборона просто пустая, без ничего. Так ты с пистолетом изначально был, какая самооборона? Я приехал, потому что мне сказали, там нас убивают. Ну, так ты приехал, ты же видел, никого не убивает, никого нету. Все, мы начали, ну, так зачем чужую машину-то разбили? Так этот пацан уже открыл глаза, говорит, вот-вот машина, он сбежался в доме. Число, смотри, месяц, камеру. Год рождения. Ну, камеру смотри. 1888, 15 апреля. За что задержано? Ну,
Вот тут Ираклий стоит. Вот. Да что не знаю еще. Ранее были судимы? Нет. Это товарищ еще оттуда. Он просто стоит и при делах. Ну, ты еще по домам походить. Может, там что-то есть. Да, в вагоне. Провели меня, как мы отработали. Комсомол опять. Пацаны, ебал, ты что на руки пьешь-то? Ради проекта.